Меня зовут Юлия Третьякова. Я из города Железногорска, Красноярского края. Ну, можно считать, что город Железногорск и Красноярск — это те города, в которых я работаю. И программа «Осознанный выбор профессии», хотя можно, наверное, вот после этих трех дней работы отдельное слово «профессии» не добавлять. Программа «Осознанный выбор» — это про каждого из нас, будь то тренер, родитель, психолог, управляющий, руководитель и так далее. Оказывается, и, наверное, это такое самое большое открытие этого тренинга и глубинная проработка, оказывается, делая тысячи выборов каждый день, мы делаем это в соответствии с определенным алгоритмом. И этот алгоритм работает в любом случае. Выбираем ли мы, куда повернуть, выпить ли чай или кофе. Но когда говорим про осознанный выбор, мы теперь можем делиться с родными, друзьями, нашими учениками, партнерами тем, что есть алгоритм принятия осознанного решения. И мне кажется, это важно. Эти три дня тренинга были таким очень непростым процессом разборки и сборки. Причем второй день тренинга, он был, наверное, самым сложным эмоционально, потому что картинка создавалась такая. На картину из пазлов кинули большой-большой груз, оно все разлетелось, и ты понимаешь, ты знаешь, где эти пазлы, но не очень понимаешь, как их собрать. Вот сегодня случилось, картинка собралась, мир устоял, более того, команда Smart Course подарили новые возможности в восприятии мира, действительности, людей, которые тебя окружают. И на самом деле есть ощущение наполненности, радости, счастья и желание творить и нести добро и знания, которые есть здесь, дальше. Спасибо.